можно полететь. До 30 июня 2024 года жители России могут посетить государства в Юго-Восточной Азии Мьянму без оформления визы. Безвизовый въезд разрешен на срок до 30 дней через международные аэропорты, сообщили в консульском департаменте МИД России. Без вмешательства. В Госдуме рассматривают законопроект, который запрещает медицинским работникам проводить операции по смене пола. Однако подобное вмешательство будет возможно при случаях лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола. Законопроект уже был одобрен во втором чтении. Есть развитие. В Пермском крае активно ведется работа по развитию государственно-частного партнерства. Так, за последние года Прикамье с 13 места переместилась на 5-ю строчку рейтинга Минэкономразвития России по уровню развития такого партнерства среди регионов страны. Благодаря этому снижается нагрузка на краевой бюджет, создаются и обновляются важные для жителей объекты в сфере ЖКХ, спорта, образования, культуры и транспорта. Активное участие. 104 жителя Пермского края примут участие в 11-м молодежном форуме Приволжского федерального округа Иволга. Пройдет все с 21 по 29 июля на территории Самарской области. Участники могут не только заявить о себе, узнать много нового, поделиться уникальным опытом, но и выиграть грант на реализацию своего проекта. Еще можно! Жители Соликамского округа могут пройти бесплатное обучение в рамках нацпроекта «Демография». Стать участником проекта можно через портал «Работа России» либо через Центр занятости населения Соликамска. Телефон на ваших экранах.